Думаете, в мире нет магии? Сегодняшний челлендж на Дорода заставит вас задуматься об этом. Мы докажем, что волшебство все-таки существует. Вас ждет челлендж с загадочными сейфами. Добро пожаловать и оставайтесь с нами. И считать будет Саманта. Как нечестно. Но, видимо, придется. Раз, два. Пора прятаться. Я тут как раз нашла очень подходящую кладовку. Эй! Думаю, здесь меня точно никто не найдет. А это что шевелится? Ай, паук! Да еще и такой волосатый! Какая гадость! О, а это что за коробочки? Они такие яркие и красивые. Больше всего мне нравится розовое, так что мне очень хочется узнать, что внутри. Что такое? Оно меня засасывает! Помогите! Ну что, пора бы искать моих подружек. Эмма, я вижу твои ноги. Могла бы и получше спрятаться. А где Элис? Пока не знаю. Но тут какая-то странная дверь. Может, она там? Смотри! Какой-то ключ. Не могла же она залезть в этот малюсенький сейф. Сейчас мы все узнаем. Ой! Чур, я первая узнаю, что меня ждет в моем сейфе. Странно, но он же пустой. Где же та самая какашка? Ой, таракан! Он ползет прямо по мне! Снимите эту гадость! Да ладно тебе. Смотри, не такой уж он и страшный. Я бы сказала, даже очень милый. Понимаешь, что тебе придется с ним делать? Нет, я не буду. Смотрите, какой он жуткий. У него такие усы. What? Пока ты тут смелости набираешься, я уже со своим сейфом разберусь. О, а мне повезло. Смотрите, какая у меня огромная печенька Орео. Круто. А что же ждет меня? Ничего себе! Какая красивая и необычная волшебная палочка! Осталось только узнать, что же она делает. Как прикольно! Благодаря ей я могу сделать так, что вы все повиснете в воздухе! Слушайте, а ведь это классный аттракцион! Нет, это вообще не классно! Так больше не делай! Ты играйся со своей палочкой, а я, пожалуй, поиграю со своей огромной аппетитной печенюшкой. Может, и мне дашь откусить? Не, я сама с ней разберусь. Уж больно она вкусная. Ах так, ничего. Есть у меня один хитрый и очень неприятный план мести. Что ты скажешь, когда на твоей печеньке поселится этот таракан? О, no! Ничего не скажу. Таракан ведь очень милый. Ах так! Ничего, я все равно заберу себе твою печеньку. Пусть она просто залетит мне в рот. Эй, как тебе не стыдно? Воровка! Осталось одно развлечение – смотреть, как Эмма возится с тараканом. Смешно, вот мне не очень. Но, видимо, придется сделать это быстро. Молодчина! Я знала, что ты смелая. Нет, я не позволю этому таракану просто улететь. Вот, Эмма, ты все равно должна будешь его съесть. Вот уж спасибо, Саманта. Фу, какая же это гадость. А я надеялась, что мы подруги. Кстати, мне тут пришла одна очень интересная мыслишка. Раз моя палочка может заставить летать что угодно, значит, она может сделать так, чтобы вкусняшки прилетели ко мне. Смотрите, да здесь же целая куча разных сладостей. Я самая счастливая. Похоже, уже не самое. Вы что наделали? Вы сломали мою палочку! Теперь мне остается только есть то, что уже прилетело. Не расстраивайся. Тут тебе на год вперед хватит. И правда, тут нам всем хватит на год. Чур, в этот раз первой открывать буду я. Кажется, меня ждет нечто приятное. Точно! Целый баллон моей любимой колы! Ой, она, наверное, сейчас как вспенится. Хочешь прям в тебя, Элис? Нет, не надо! Да не переживай, все окей. Мне повезло, и вся кола осталась в бутылке. Прекрасно. Значит, теперь я тоже могу открывать сейф.
О, нет. Как они узнали, какая еда для меня и правда похожа на какашку? Я просто ненавижу лимоны. Какая же я «везучая» в кавычках. Очень везучая. Интересно, что будет у меня? Надеюсь, что-нибудь магическое. Ничего себе! Это же конфетное облако! Я такое только в мультиках видела. А ну, руки убери! Это всех касается. Я не позволю трогать мои конфеты, а не только мои. Мне и не надо, у меня есть кола. Ничего себе, какая же она толстенная, раз в нее помещается столько жидкости. Что-то мне плохо, девочки, посторонись. Фу, гадость, как воняет. Тебя манерам не учили? И это было еще не все, вот продолжение. Да мы тут сейчас улетим из-за твоих рыков. Какой ужас. Меньше слов, больше дела. Эмма, ешь лимоны. Я ненавижу их. Хотя у меня есть идея, что я могу с ними сделать. Зачем мне давиться этой кислой гадостью, если я могу просто сделать из лимонов вкусный сок? Наивная. Думаешь, твой сок будет вкуснее, чем сами лимоны? Сейчас вы сами в этом убедитесь. Вы просто мне завидуете. Ой, кажется, вы были правы. Эту кислоту даже во рту держать невозможно. Ты что творишь? Вся кислятина на нас. Да уж, ну и гадость. Даже в глаза попала. Интересно, а где мои конфеты? Облачко, дай конфет. Что-то не так. О, ура! Теперь у меня куча Скитлз. Да тут всем хватит. Нет, это мое облако. Так что я не собираюсь делиться с вами. Думаю, я могу просто его забрать. Ничего ты не можешь. Оно как было моим и останется. Раз уж вы все попробовали Скитлз, согласитесь, конфетки просто шикарные. Что же меня ждет на этот раз? Кажется, опять что-то крутое. Точно. Смотрите, какой аппетитный и яркий пончик. Его можно не просто есть, а еще с ним можно играться. Ой, мне еще предстоит научиться его ловить. Я удивляюсь, куда же деваются эти сейфы. Но сейчас мне все равно. Я думаю только об этом аппетитном пончике. Как же вкусно. Дай куснуть. Ня! Из-за тебя палец укусила. Теперь он очень болит. Не страшно. У меня всегда есть пластырь как раз на такие случаи. Круто. Спасибо большое. Интересно, что же ждет меня? Окей. Ну вот какая-то гадость. Мне снова не везет. Я ненавижу куриные яйца. Особенно, когда они сырые. Что бы мне с ними сделать? Давай-ка я тебе помогу. Ой, прости. Смотри, какие аппетитные яички. Давай, пора их есть. Как же вы мне надоели. Смотрите, какой пупсик. Теперь это мой питомец. Я тоже хочу такого питомца. Окей. Ну вот, у меня просто яйцо. Птенчики достаются только добрым девочкам. Интересно, что же ждет меня в моем сейфе? Кажется, это какая-то бомба. Что? Бомба? Мы срочно должны прятаться. Помогите! Может, я могу ее обезвредить? У меня и кусачки есть. Ой, кажется, я сделала только хуже. Девчонки, ложись! Ничего себе! Смотрите, сколько тут конфет! Кажется, это была конфетная бомба! Круто! У моего птенчика теперь есть братик в шоколадном яичке. Начинаем. Не может быть! Это же новый айфон! А вот это совсем не похоже на современный гаджет. Какой знакомый запах. Это же шоколад. Приятного аппетита. А я пока изучу свой новенький айфон. Алло. Почему ничего не слышно? Не хочу тебя расстраивать, но он тоже шоколадный. Смотри. Как вкусно. Не могу оторваться. Ты и так уже все съела.
Где же наша еда? Похоже, нет только моей порции. Хорошо, что моя на месте. Этот твикс выглядит так аппетитно. Какой хрустящий. Я тоже не планирую оставаться голодной. Челси, дай конфетку. Спасибо. Сейчас я сделаю из нее нечто большое. Это совсем другое дело. Как много шоколада! Челси, тебе чего? Поделись? Нет. Вот жадина. Ничего, сейчас я тебя проучу. Пока, подружка. Теперь весь батончик мой. Ничего себе! Шоколадный початок. Попкорн выглядит намного круче. Невозможно остановиться. Жаль, что он достался не мне. Что ж, съем свою кукурузу. Вполне неплохо. Ну вот, осталась только кочерыжка. Есть идея. Я знаю, чем подкрепиться. Посажу это зернышко в горшок. И как следует полью. Ого! Ты вырастила новую кукурузу! У меня получится не хуже. Оставлю это здесь и полью. Землетрясение! Мои хлопья выглядят совсем не аппетитно. А мои просто шедевр! Обожаю шоколадные чипсы! Они тают во рту. Могла бы не хвастаться. Надеюсь, вкус этих хлопьев не подведет. Вполне ничего. Ого! Золотая цепочка! Нужно ее примерить. У меня в тарелке тоже что-то есть. Жалкая подделка. Сейчас я приведу ее в должный вид. По-моему, мне идет. Какой маленький бургер. Не то, что твой, Эмма. Придется довольствоваться тем, что есть. Не знаю, как и подступиться к такому огромному бургеру. Я бы хотела попробовать. Но знала, что услышу отказ. Похоже, мне вновь нужна волшебная палочка. Я не хочу такой крохотный бургер. Ого, как же я не заметила сладкую картошку фри. Вкуснятина. Ментос мне нравится меньше колы. Извини, но она моя. Какой странный цвет. Да это же жидкий шоколад! Может, мой ментос тоже необычный? Похоже на шоколад. Точно! Вот бы сочетать его с колой. Я знала, что ты, как всегда, откажешь. Тогда приготовься получить сюрприз от меня. Это возмутительно! Обожаю эти пористые конфеты. Они выглядят привлекательнее, чем мой сладкий завтрак. Уверена, их вкус ни с чем не сравнится. Oh, really?
Тут всего несколько шариков. И выглядят они как кошачий корм. Последний. Как жаль. Угости меня, Эмма. Я устала говорить «нет». Что ты наделала? У меня не было выхода. Это и правда вкусно. Класс. Красивые бусы. А у меня целое колье. Интуиция подсказывает мне, что это шоколад. Я угадала. Надеюсь, мне тоже повезет. Как больно! Это настоящее колье! Значит, внутри драгоценные камни. Ого! Жемчуг! Это лучше шоколада. Рано радуешься, Эмма. Посмотрим, что ты будешь делать теперь. Почему мое колье порвалось? Я не знаю. Это худшее, чего можно было ожидать. Вижу, тебе сегодня не везет. Только посмотри, какая спелая клубника мне досталась. Она будет идеально сочетаться с шоколадом. Божественно. Может, шоколад улучшит вкус моего лука? Нет, это очень горько и противно. Я не собираюсь страдать одна. Давай, Эмма, дыши полной грудью. Мои глаза слезятся, я ничего не вижу. Отлично, значит, ты не заметишь пропажу. Верни это на место, Челси. Иначе сейчас получишь. Опять лук? Откуда он взялся? Приятного аппетита! Какое шоколадное лакомство запомнилось тебе больше всего? Расскажи в комментариях. И мы обязательно используем его вновь в своих роликах. А пока, пока!